В соревнованиях приняли участие 10 команд из Ихви, Кивили, Таллина, Нарвы, Силамяя, Пайда и Тарту. Организатор турнира, депутат Риги Когу Денис Бородич, который сам отдал футболу 11 лет, подчеркивает важность проведения такого рода соревнований для подрастающего поколения футболистов. Я как помню сам, как важно было в том возрасте, когда вот именно формируется личность футболиста, участвовать в различных турнирах. И тем более узнал, что здесь в Ихви, Кухлаярве, такого хорошего уровня турниров не так много. Вот мы решили такие турниры организовать. В прошлом году был первый раз, в этом году второй. И как мы видим по составу участников, где представлены все команды Идавирума, здесь у нас гости из Тарту, из Таллина, из Пайда. То есть такой вот очень сильный по участникам турнир. И как мы видим по тем эмоциям, по накалу, что действительно нравится ребятам, они получают этот соревновательный момент. Это хорошо для родителей, которые видят, как занимаются их дети. И я думаю, это хорошо для региона, потому что футбол здесь популярен, и поэтому надо помогать его развивать. Победителем второго детского турнира по футболу на призы Дениса Бородича стала команда тартусского клуба «Меркур Юниор», выигравшая в финале у команды кивилисского клуба «Ирбис». Третье место досталось второй команде клуба «Нарва Транс». Также состоялась игра среди тренеров, от которой воспитанники игроков были в восторге. Уверен, что этот детский турнир станет доброй традицией, а количество участников будет расти и расти, заключил Денис Бородич.